И всем привет! Меня зовут Персонал. И сегодня мы с вами будем под названием играть в Майнкрафт. Ну, который мне Богдан скачал. Мы его сейчас будем с вами играть. Ну да, это та версия Майнкрафта, которая только начала сниматься в Майнкрафте. Ну, она пока что не вышла из серии. Просто некоторые серии не выходят. Знаете почему? Надо короткие делать серии. И поэтому так вот, короче, они не ложатся в мультик. Я подумал. Ну что, заново давай снимем все. Ну уже точно по все. Это что, дерево похоже как на кушок? Нифига себе. Персонал, я с вами буду Майнкрафт играть. Вот как видите, я эту... Сейчас я точно не понял ничего. Бэти, не пугай меня больше никогда так. Вот пока нам надо корову убить. У нас выпало вот что. Ну, а давайте это сбросим, нам уже это не надо. А хотя, чё я играю? Так, ё-моё. Вон, пойдёмте. Пойдемте найдем феи домик. Он, наверное, домик феи где-то там подалеку, где-то, может, нет, там, да, может, нет. А может, бассейн, да, может, нет, да, может, нет. Я вообще не знаю, может быть, либо нет. У меня длинные штаны, оказывается. Ставьте лайк, кто не понял, почему у меня длинные штаны такие. Ладно, пойдемте, не будем внимания обращать. Но главное, чтобы нам пройти этот Майнкрафт через минуту пять. А если нам не будет вот эту девушку голубую показывать? И у нас такой, и у нас такая игра. Не показывает голубую вот эту одежечку все. Все, теперь мне даже нельзя бегать. И когда, смотрите, когда я бегу. Ой, тихо. И... ну это так не запрещает, да? Тихо. А что дерево можно добыть? Когда ты будешь... Класс, смотрите, Майнкрафт хочет это добавить. Даже когда будешь бегать от голубя, нормально можешь ходить с деревом. Все, это не запрещено, все, можно с деревом ходить. Сегодня вы знаете, где угадайте. В деревне. Знаете, что такое? Где? Деревня, значит, не угадали, значит. Может, кто-то угадал, может, не угадал. Ну, подпишитесь на канал. Мы с вами должны быть подписаться. Себя я свое лицо отсутствовать не буду показывать. Ну, у меня уже я лицо показал свое. Все, у меня уже лицо все. Я уже скрыл свое лицо. Мог не скрывать свое лицо. Ну, блин, ну, как, помните, я говорил за то, ну, когда Богдан не будет расстраиваться, мы лайков наберем, и уже будем про эту и серию снимать. Про меня показывать. Вот теперь у меня уже все. У меня популярный я стал. У меня пока что покажет. Ну, пока что 0 подписчиков. Ну, может, будет подписчиков. Я не знаю. Если реально 0 подписчиков будет, я точно канал свой удалю. И никогда не буду снимать этот ролик. Поставьте мне хоть один лайк, а то я реально не буду снимать больше никогда этот Майнкрафт. И эту серию, если реально не будет, если будете реально снимать, точнее. Если вы реально будете ставить много лайков, я очень больше комментариев буду, точнее не комментарии, вы должны комментарии ставить.
Если вы реально не будете ставить лайк и подписаться на канал, ой, как вы, и все, я уже прекращу видео снимать. И тем более я удалю свой канал. Я могу удалить канал, я могу даже сейчас удалить. Я могу даже сейчас и не снимать больше никогда. Когда канал удаляешь, уже не снимается. Когда не удаляешь, значит не снимается потом. Снимается, точнее. Не, ну реально, ну поставьте лайк хоть один. Но я больше реально удалю, все, не буду снимать. Йо, все, я буду пропадать каждый день. Каждый день, пока вы не наберете лайков. Я буду смотреть, следить за каналом. Надо реально поставить. Ну, 1000 лайков хоть, давай. 1000 лайков, да. Богдан сказал, тоже не будет сниматься в Майнкрафте, пока не наберете 1000 лайка. 1000 обязательно надо набрать. А то Богдан, ну да, ну еще реально не будем. Все, мы точно с вами подохнем. Ой, точнее подохнем. А все, мне реально будет пропадать. Я буду пропадать. Ой, как каждый день буду пропадать я. Если вы будете комментарии мне отправлять, я буду смотреть за каналом, следить, смотреть ваши комментарии. Комментарии мои любимые сладенькие. Ну, а сейчас, все, я вам сказал, я больше не хочу повторять. Все, давайте, всем пока-пока, на новую встречу. Ну, встретимся с вами завтра, если вы наберете 1000 лайков.